Приветствуем вас, Церковь! В эфире «Благие новости». Дорогая Церковь, евангелизационное служение «Посланники мира» приглашает всех желающих стать волонтером для участия в уличных евангелизациях по разным районам города. В июне месяце евангелизации будут проходить в дневное время в районе Романково-1. С графиком проведения евангелизации вы сможете ознакомиться на доске объявлений на первом этаже возле вахты. За более подробной информацией обращаться к Василию Пустовому. Не оставайтесь равнодушными к судьбе нашего города. Присоединяйтесь. Да благословит вас Господь! Служение «Страноприимство» приглашает волонтеров для помощи людям низкого социального уровня с целью спасения душ и реабилитации человека до уровня восстановления личности. За более подробной информацией обращаться к Александру Юркевичу. Друзья, хотим напомнить, что у нас в церкви есть служение консультирования. Если вы чувствуете, что прошлое еще влияет на вас, вы не в силах освободиться от определенных вещей, которые не дают вам покоя, то вы можете пройти это индивидуальное и конфиденциальное служение, где вам окажут духовную помощь и помогут разорвать узы ярма. Пожалуйста, для дополнительной информации и для записи на служение обращайтесь каждое воскресенье после первого служения к Александру Березе. Дорогая Церковь, мы продолжаем реконструкцию нашего храма и благоустройство прилегающей территории. Служение «Хранитель храма» приглашает всех желающих принять участие в этих работах. Особенно наш храм нуждается в художниках, архитекторах, дизайнерах, флористах, реставраторах, каменщиках, штукатурах. Если вы неравнодушны к Божьему плану для нашего города и ваши руки готовы к совершению добрых дел, приходите, примите участие в реконструкции храма Церкви Эммануил. Церковь. Каждое воскресенье после первого и второго богослужений команда молитвенного служения индивидуально молится за срочные нужды в фойе на втором этаже. Подходите, они ожидают вас. Дорогие братья и сестры, напоминаем, что каждую среду у нас проходят собрания домашних групп по районам. Дорогой друг, в этот вечер не оставайся дома. Приходи на собрание домашней группы. Там мы в домашней обстановке общаемся, изучаем Слово Божье, становимся одной семьей. Мы ждем тебя. А всех лидеров домашних групп мы приглашаем на общее собрание во вторник, 2 июня, на 6 часов вечера в храм церкви. Дорогая Церковь, у нас продолжается запись на летний отдых в палаточном христианском лагере на Черном море. Всех тех, кто хочет поехать в лагерь, подойдите к администратору церкви Ольге Всеволодовне. Возьмите анкету заявления. Друзья, у нас вышел новый бюллетень событий жизни церкви на июнь месяц. После служения при выходе из зала вы можете получить его у группы порядка. Церковь, проживите эту неделю в любви, радости и гармонии с Богом и каждым человеком, которого Он пошлет на вашем пути. А в назидание примите слово от Господа. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов? Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их.